В минувшие выходные в Твери вручили стрелковое вооружение мобилизованным гражданам. Также состоялся смотр сформированного полка. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Согласно штатной должности, мобилизованным из запаса жителям под подпись передали автоматы Калашникова. Товарищ майор, товарищ солдат, получение оружия прибыл. У Владимира Кузнецова большой опыт боевых действий. Участвовал во второй чеченской кампании, служил в зоне грузино-абхазского конфликта. Узнав об объявленной частичной мобилизации, не смог остаться в стороне. Рассказывает о принятом решении, не жалеет. Не мог видеть, как русских людей уничтожают. Поэтому я вот принял для себя решение, пошел в военкомат. Я сам решил пойти по мобилизации. Приложу все усилия для того, чтобы полк достойно выполнял те задачи, которые будут на него возлагаться. Уничтожить этих бандитов, фашистов этих, для того, чтобы защитить нашу родину, наши семьи, наших детей, наших жен, матерей. Мобилизованный Александр Ушаков из Тверской области рассказывает, что постоянно следит за новостями и обстановкой на территории Донбасса. Сначала ждал, а потом изъявил желание как бы, ну, добровольцем. Ну, потом, соответственно, повестка пришла. Пошел по повестке. Тем пацанам, которые там, которые только собираются. Парни, работаем, братья. Больше добавить ничего не могу. Мы скоро будем. В Верхневолжье завершено формирование первого мотострелкового полка территориальных войск, который формировался на территории региона. Перед отправкой в район предназначения был проведен смотр готовности полка. Проверяется наличие вещевого имущества, обмундирования, снаряжения, закрепление оружия, оформление документов, вот, то есть наличие всех материальных средств. После этого личный состав полка убудет для погрузки на эшелон и убытие к месту выполнения дальнейших задач. Сами мобилизованные уверяют, что настроение боевое, обещают вернуться с победой.